Всем привет! Сегодня мы будем делать упражнение 5-1-8. Давайте приступим. Я закреплю задание, чтобы было его хорошо видно. И начинаем проделывать все, что здесь написано. Смотрим, нам нужно на R2. Давайте его открою. Вот он. Вот так. На R2 смотрим, что нам нужно сделать. Нам нужно настроить вот этот вот IP-адрес, чтобы он не был разрешен для доступа к веб-серверу. Давайте это сделаем. Enable conf-t access list. Далее указываем 1, deny, и далее указываем IP-адрес 192.168.0.0.0.255. Готово. Дальше. Access list 1. Permit any. Готово. Дальше, что нам нужно сделать еще? Все команды здесь у нас вот даже вот продублированы. То есть вы можете просто их использовать. Смотрим. Если мы ведем команду show access list, из-за того, что мы в режиме конфигурации, а не обычном, вводим команду через префикс do. Здесь смотрим. Вот наш прописанный конфиг. Все окей. Дальше. Интерфейс Gigabit Internet 0.0. IP-адрес. Ой, не то. IP-access group. 1 out. Готово. Таким образом мы фильтрируем трафик. Дальше. Нам нужно настроить ASL на R3. Для этого открываем R3. Вот также вводим команду enable conf-t. Если у вас опечатка Ctrl-Shift-6, conf-t, вводим команду access list. 1, deny, и нам нужно запретить вот этот вот IP-адрес. Для этого указываем 192.168.10.0 и инверсивную маску 0.0.0.255. Готово. И далее нужно access list 1 permit any, чтобы у нас ACL заработали. Хорошо. Теперь опять-таки можем ввести команду show access list и удостовериться в том, что мы настроили тут все правильно. Да. Вот у нас все окей. И последнее. Нам нужно настроить наш интерфейс int g00. Здесь прописываем IP access list, ой, access group, 1 out. Готово. Таким образом мы настроили наши access листы. И давайте проверим наши пинги, которые указаны вот здесь. С 192.168.10.10. 192.168.10.10 это ПК1. Открываем его. Нам нужно пропинговать на IP-адрес 192.168.11.10. Команда ping. И ждем. У нас ping должен быть успешным. Первый пакет неудачный, так бывает. Но все последующие удачные. Если пингуем еще раз, первого пакета все окей.
Дальше 192, 168, 10, 10 на 192, 168, 20, 254. Пинг. Ждем. Первый неудачный. Все остальные удачные. Если перезапустить, все будет удачно. Пинг работает. Давайте попробуем один из пингов, которые должны не сработать. У нас пока 2 нужно. 192, 168, 11, 10. Вот. 192, 168, 11, 10. Откроем пока 2 и пингуем на IP-адрес 192, 168, 20, 254. Как видите, unreachable. То есть нам нельзя туда пинговать, потому что мы прописали в списке доступа. Давайте посмотрим. Вот находится ПК1, вот находится ПК2, а мы пингуем на IP-адрес 192.168.20.254. Это у нас устройство. Скорее всего, это веб-сервер. Таким образом, мы настроили наши access-листы. А думаю, на этом все. Всем пока.